У дома на Псковской 8А жители стали собираться около 11. Очень скоро компания набрала полтора десятка человек. Все вместе волокжане отправляются в школу номер 30, которая находится по соседству. Много что сделали вместе, и сейчас также пойдем вместе на выборы. Пойдем голосовать за нашу общественную территорию, которая у нас находится, улица Псковская, дом 8А, и рядом дома, за детскую площадку. Будем стараться выигрывать, набирать большинство голосов и надеяться, что у нас будет шикарная детская площадка. Кстати, дом на Псковской 8А уже участвовал в проекте «Городская среда». Прошлым летом здесь отремонтировали двор. Тогда также помогла высокая активность жильцов. А на счетных участках ажиотаж. Полностью занят весь коридор участка. Очень многие за свои дворы и парки также голосуют семьями. И столько людей пришло на выборы, но вот вы видите, у меня за спиной сплошной поток людей. Это очень здорово. Люди действительно хотят высказать свою гражданскую позицию. Люди хотят участвовать в создании своего будущего, и это очень радует. Сюда же пришла еще одна дружная компания, уже от дома номер 11 по улице Псковской. Здесь все поколения – бабушки, родители и дети. Собрали всех наших жильцов для того, чтобы проявить свою гражданскую позицию, исполнить долг. Мы голосуем за президента Российской Федерации, это во-первых, и во-вторых, за городскую среду, за наше общественное пространство. Выборы в Вологде, как и по всей Вологодской области, в этот год проходят очень активно. В 8 утра в городе открылся 141 участок. Кроме этого, на 89 счетных участках вологжане могут проголосовать за свои общественные пространства в проекте «Городская среда». Екатерина Шабалова, Татьяна Рыжкова, Михаил Прищев, Вологда РФ.